Приветствую всех в новом году. Этот! У нас снова Bioshock Infinite или Bioshock. И нам, насколько я помню, нужно идти куда-то туда. Там написано москит. Так, здесь у нас соли снова. Ну, соли у нас, как видите, вполне достаточно. Надо взаимодействовать немного с людьми. Так, ну... Ну что ж, придется нам полетать. Окружай. Да кто ты такой? Так, сцепиться... Да, рыцарь трассы. Но здесь нам необходимо помнить немножечко управление. Сейчас я припомню. Вот, значит. Нет? Надо сначала оживить. Да, даже соли, наверное, не надо использовать. Потому что давненько не играл. С того года. Вот, и нужно немножечко вспомнить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5 солей. 5 способов. 5 разных солей. Так, ладно. Нам куда-то сюда. Здесь у нас отмычечка есть. Соли опять. Это сейчас как раз-таки очень круто. Ну, патриот... Ой, что это? Вообще не нарисованный какой-то объект. Так. Ну-ка, если... Соли еще берем. Так, здоровушки, слушайте, а как здоровье-то пополнить? Ой-ой-ой, со здоровьем у нас очень даже... Точнее, не очень даже круто. Вот здоровье чуть пополнили, но это вообще почти незаметно. Так, тут чувак куда-то испарился, либо он там внизу где-то. Так, это наш безголовый патриот. Ну. Открой. Сейчас. Вот это круто. Отлично. Так, ну сейчас еще похавать, наверное, что-нибудь найдем. Чтобы ж полностью восстановить здоровье. Так. Ну вот, пожалуйста, вам. Так, это деньги. Ну, я думаю, нам стоит... Так, а нам куда-то... Нам опять сюда. Только стоп. Нам. На эту, наверное, трассу, да, или... Так, или куда-то... Куда-то вот сюда, может? Да, нам... Наверное, сюда, да? Ну, вроде бы, да. Ну, давайте посмотрим. Да, совершенно верно. Нас уже тут ждут, господа. Так. А мы здесь вроде были, нет? Я уже забыл. Да. Так. Сколько, да, сохранения, насколько помню, в той части, что ли, или в какой-то мы боролись с Шок-Жокеем. Вот он тут, Шок-Жокей. Так, а если мы используем один? Ой, это не то. Извините, господа. Сейчас я пока перезаряжусь. Вот он. Не, давайте не будем. Давайте вот этим вот. Пятерочкой сейчас его долбанем. Отлично, вот и все. Оказалось достаточно просто. Ну, перезарядим сейчас по-быстренькому. Патрончиков маловато, кстати. Так, и... У меня пусто! Ха, ты что, меня услышала? Ну все, музыка утихла.
Характерный звук был. Пожалуйста, скажи, что все кончено. Что, не слышала, что ли, музыка позвенела, значит, все кончено. Нормально все. Так, у этого соли с яблочком. Ну, здоровочку мы восстановили. Этому снесли голову. Так, хорошо, здесь мы вроде бы все осматривали. Меня зовут Букер. Ух, как он отлетел. Обалдеть. Букер. Когда по нам перестанут стрелять. Если тебе интересно, я вон там заметила припас. Да-да-да, я тоже это заметил. Здесь мы были. Соль у нас вроде бы в достатке. Ладно, тогда идем. Какая-то загрузка странная была только что. Идем сюда и смотрим. Нам нужно. Так, смотрим боеприпасы для... О, гранатомет что-то мы не используем. Так, снайперка покупаем на максимум. Мы идем, соответственно, к заданию. Какая-то штучка интересная. Интересный оптический прицел. Да. Ну что же. Идем, точнее, даже в обратную сторону, откуда мы, собственно говоря, и пришли. Да, я помню это место. За славу Колумбии! Придется Господь делать вот судит, так. Я действую. И зарядочка. Ну ничего, будем сейчас вот этим вот его бомбить. Наверное, я надеюсь, подействует, независимо от того, шестеренки мы долбим или нет. Все что ли? О, еще один выстрел, и все, все. Ну, хорош пушечка, я вам скажу. Все кончено. Выходи. Обалдеть. Ну ладно. Пусто? Да вы шутите. Да, ну ладно. Идем дальше. Сохранение между тем, как всегда. И таким непонятным движением руки вызываем лифт. Хоть убей, не понимаю. Как ты делаешь эти разрывы? Я всегда считала их дверьми. В детстве я их не только открывала, где найду. Я могла их создавать. Еще стандартно. Создавать. Я могла попасть, куда я хочу. И меня всегда тянуло назад. Что? Но как ты вообще это делаешь? Я пыталась... Для гранатомета, конечно же. Почему не покупается? Шикарно. У меня было много времени на чтение, я копалась в книгах по физике. И что ты смогла узнать? Что видимый мир мало похож на то, что есть. На самом деле. Так, а нам... Дайте-ка немножечко Букер, вспомнить. Смотри. Наверху дверь на шок Жакея. Посмотрим, что там такое. Тут, что ли, не пойму? Или где? А, вот. Так, это у нас шок Жакей на четверке стоит. Ну, соли. Все восполнились. Отмычечки. Сюда никак. Пять орлов. Так, это нам не надо. Так. Нашла деньги. Забирай. Отлично. Сколько ты нам есть. Дашь? Не понял, сколько. Ну, не очень много, как всегда. Ну, здесь, наверное, где-то дверь может быть. Так, пистолетик, не знаю, нужен ли он нам. Ой. Так, это нам... Ух ты! И пусто в таком-то сундуке. Ну ладно. Так. Старина Престон, человек благородный, мисс Фицрой. Я не буду подкрадываться к тебе во сне, как эти ребята с тесаками. Так. Еще один скальп. Даже два. Так вот. Так. А, ну окей. Новый предмет. Рубашка. Жилет падальщика.
Вы находите боеприпасы на теле битого врага в 40% случаев. Возьмем. Когда получишь эту запись, советую написать завещание. И тебе понадобится оружие белых людей. Попробуй для начала вот это. Ну что, господа, нам нужно идти дальше. Кстати говоря, куда-то туда. А, ну да, вон, я вижу уже. Элизабет уже быстрее меня спустилась. Не знаю, появилось здесь что-нибудь новенькое, но надеюсь, нет. Здорово. Может быть, здесь правда есть какие-нибудь... Так, механический патриот. Здесь больше нет никаких тайных. Потайных... Мест. Вот там какой-то... Открой. Укрытие. Что бы это значило? Давайте сгоняем туда быстренько. Или туда нельзя? А, ну... Мы здесь, наверное, были, да? А, нет, походу, не были. Собственно говоря, соли. Но я думаю, здесь есть какие-нибудь тайные места, в которые мне особо неохота... На которые мне... На поиск которых мне не особо охота тратить время. Ладно, нажимаем рычаг. И движемся вперед. Вот наша гондола. Точнее, ждем гондолу и движемся уже вперед. Он тебя бросит, Элизабет. Получит то, что ему нужно, и сразу бросит. А чего еще можно ждать от лжеца и убийцы женщин? Пророк, кто бы ты ни был, я ухожу, и ты не сможешь мне помешать. Ах, милая, тут ты не права. Так, ну мы здесь были, да. Что за музыка? Люди, что ли, его пробежали? Букер, ракеты! До свидания. Так, здесь у нас укрыть. А это что такое? Не понял. А это что такое, реально? Сейчас щит восстановится. Щит восстановится, мальца. Так. Мимо, походу. А кто это, не пойму. Да что там такое, господа? Через окошко можно, наверное, смотреть. Не простреливается, да вы шутите. Мимо, да? Да, скорее всего. Ну что ж, надо валить. Ух ты. Так, как вот так вот делаем, да? Да, что-то я как-то торможу. Патроны, Букер! Давай, патрончик. Благодарю. А ты тут как-то... Или заряд не нужен, да? Монеточки. Так, ладно, погнали, наверное, наверх. Естественно, куда я иду? Давайте сюда, что ли, присядем. Но есть открытое место. Там укрытие где-то было. А кто это сказал-то? Здесь патрон. Ананас. Как раз самое то. Хорошо, что с первого раза почти практически всех убивает. Так. Где-то здесь. Рядом. И где-то вот там вот ходит один. Интересно, а можно к ним туда попасть? Снайперская винтовка. Патроны, что ли, так снова? Ага, вон они. Тесно, либо плохая дальность, либо он реально мощный.
Либо я не попадаю. Не, попадаю. Оглядите-ка. Голову, если... Ух ты, как много снял ему. Только я не знаю, в голову ли я попал. Надеюсь. Все, да? Еще где-то кто-то палит. Ладно, давайте двигаться сюда, в ту сторону. Обалдеть. Я сейчас сдох уже. Пусто у нее. Патроны, Букер! Давай, девочка моя, патрончики. Только здесь осторожнее надо быть. Заружки-то вообще нету. Пулеметик можешь взять. Отправишься. Так, самое главное здесь не сдохнуть. Там наш. Элизабет? Ага. Механический патриот. Правильно, правильно, долби их. Ну-ка, мы пока ему головешку-то снесем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же это такое? Ой, боюсь я там, что патриот, может быть. Мне бы допрыгнуть туда сначала. Но пока что нет возможности. Все, я вроде его укокошил. Теперь можно и похавать. Давай, прыгай. Я здесь подожду. Да, можешь не подниматься. Ух ты, сколько у меня солей. Я справлюсь и без тебя здесь. Открой. Есть. Есть, сир. Так, ну, теперь бы нам не помешало собирать с них трофеи, но... Как-то мне неохота. Хорошо, давайте предлагаю, знаете, что, спуститься, нет? Да, стоит спуститься. И глянуть, куда нам надо идти. Нам вон туда. А хотя подождите. Я, кажется, знаете, что знаю? Что тут где-то есть... Да, вот здесь. Вот аптечка. Спасибо. Но я тупанул, не воспользовался механическими патриотами. Так, а что нам нужно? Не понял. Куда стрелочка-то ведет? А, так вот, все. Вот это гондола, наверное, да? Ладно, или не гондола. Ну. Нам пишут. Куда-то наверх. Странно. Может, это и есть та гондола? Ну, давайте в любом случае попробуем. Какая ерунда. Готово. Ну, судя по всему, да. Так. Здесь у нас отмычечка та же самая. Не та же самая. А в другом смысле. На берегу, пока ты был без сознания, ты повторял одно имя. Анна. Давай не будем об этом. Я зря слушала. Откуда ты родом, Давид? Нью-Йорк. Что ты там делал? Бизнес как бизнес. Не то, о чем стоит писать в резюме. Я так рада, что ты пришел за мной. Ха, думаешь, как я докатился до жизни такой? Играл. А теперь я задолжал парням, у которых денег лучше не брать. Я приехал сюда, чтобы вернуть долги. Или ты думала, я решил тебя вытащить по доброте душевной? А кто тебя послал? Те, кто согласился погасить мои долги в обмен на тебя. А чё сразу скисли? Так, ну мы почти приехали. Так, я вижу уже все, что здесь можно посмотреть. Все, уже приехали. Куда еще-то? Гондола на дирижабль. Вход здесь.
Хорошо. Так, здесь хорошо, не придется нам перебегать. Снайперская полностью, винтовка. Подержи у себя. Сохранение было только что. Спасибо. Все увидели. Так, я не против полакомиться сладкой ватой. Окружай! Заходи сзади! Мимо. Деньги-то есть, но вот эти вот ребятушки мне мешают. Так, а это что за хрен? Опа, 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 опа. Какая великолепнейшая точность с бедра. Так, есть много разных вкусностей, так что... Так, смотрим. Ну, здесь ничего интересного нет. Увеличенный урон от... гранатомет, увеличенная обойма. Ну, я им не пользуюсь особо, ну... Так что не будем пользоваться. Так. Так, так, так. На гипнотизера. Кстати, можно загипнотизировать. Вот этих вот господов. Так, по патрончикам. Что у нас? Снайперская. Тратим. Гранатомет полностью. Шикарно. Серебряный орел. И пирожок. Гарантия? Кому нужны эти бумажки? Не, ну это, конечно, все круто, но... пока ничего не будем менять на другие оружия. Если бы была возможность носить с собой еще плюс какое-то оружие. То есть не 2, а 3. Либо улучшить такую... способность. Так, здесь отмычка. Ну, отмычки немного похожи на какие-то шприцы, скорее всего, да? Или мне кажется. Ладно, идем дальше. Может быть, что-то я и пропустил. Ну да ладно. Так, где заветная кнопочка? Вот она. Паш. Или пуш, не знаю, как читается правильно. Так, ты и есть ложный пастырь? А ты Агнец? Давай лучше без прозвищ. Идет. Как они узнали, что ты придешь? У них есть настоящий пророк. Ха-ха. Или им помогли мои наниматели. Почему? Поди знай. Ну, обязательно в этом разберемся. Это так. Вот этот чувак мне не нравится. О, а вот это хорошая тема. Смотрите, здесь золотой слиток. Сколько он дает? 100 монет. Нормально, по-моему. По-моему, 100. Если я не ошибаюсь. Так, пока врубать ничего не будем. Соли. И смотрим, что качаем. Соли нам осталось совсем немного. Щит будем? Или соль уже докачаем? Или можно даже здоровье? Давайте... щит. О, да. Отлично. Идем к штурвалу. Так. Да, наверное. Вперед все-таки. Ты в порядке? Я хочу увидеть Париж. Я хочу... все. Ну, теперь все зависит от тебя. Никто больше... Стоп. 74 градуса западной долготы. Это не Париж, это Нью-Йорк. Откуда ты знаешь? У меня было много свободного времени, мистер Дэвид. Я отлично выучила географию. Я обижался. Я один парень. Он долго сказал, лететь. Что спишет мой долг за твое спасение. С пересадкой будем ехать. Ладно тебе, все. Ну же, все будет нормально. Посмотри на меня. Поговори со мной. Да. Поговорила. И загрузка тут же у нас. Дэвид у нас загружается на новую... на новый уровень. Это что за звук еще был? Походу хорошенько надвинула, раз. До сих пор темный экран, да?
что-то она там накрутила, походу. Куда-то мы вообще не туда, наверное, летим, да? Да нет. Да куда еще-то? И так фигово. Вот черт. Ого. Да если он очухался, свежий воздух помог. Значит, ты и есть тот самый ложный пастырь. Наделал ты шуму на лотерее. Ты Фицрой? Именно. Я не имею ничего против Гласа Народа, но вы забрали мой дирижабль, а как раз сейчас он мне очень нужен. Неужели? Знаешь, он очень похож на дирижабль Комстока. Слушай, я не хочу драться. Драка уже началась, Дэвид. Вопрос в том, на чьей ты стороне. Комсток — бог белых людей, богатых и жестоких. Но если ты веришь в простой народ, вступай в наши ряды. Если веришь в победу добра, вступай в наши ряды. Я просто хочу мой корабль. Мы дадим тебе улететь. Но сперва помоги нам. Один оружейник из Пинктона снабжает нас оружием. Заберешь у него товар, получишь дирижабль. Да это невозможно выжить. Надо найти Элизабет, пока она не сбежала. Да. Рабочие нередко жалуются, что недовольны.